они, значит, втихомолку выпали где-то еще. Еще со времен Дада мне всегда интересно было писать на Иннокентия Анинского. Такие странные стихи. Я, казалось бы, плохо ложатся на музыку, но если уж они легли на нее. Ну, они там лежат навсегда. Вас смотрит Тольятти, Воронеж. Привет, Тольятти, Воронеж. Тоже привет. Да.